Здравствуйте, дамы и господа! Если не все, то многие из вас переживали эмоции и сентиментальные настроения, связанные с событием, описанным в стихотворении, которое я сегодня попытаюсь исполнить для каждого из вас. Дементьев Андрей Дмитриевич. Давай помолчим, мы так долго не виделись. Какие прекрасные сумерки выдались, и все позабылось, что помнить не хочется. Обиды твои и мое одиночество. Давай помолчим, мы так долго не виделись. Душа моя, как холостяцкая комната, ни взглядов твоих в ней, ни детского гомона. Завалена книгами площадь жилищная, как сердце словами, теперь уже лишними. Ах, эти слова, будто листья опавшие, и слезы на целую жизнь опоздавшие. Не плачь, у нас встреча с тобой, а не проводы. Мы снова сегодня наивны и молоды. Давай помолчим, мы так долго не виделись. Какие прекрасные сумерки выдались. Всем спасибо.